Предотвращение, спасение, помощь – ключевые слова в их профессии. Накануне Дня пожарной охраны сотрудников МЧС чествовали на базе 35-й пожарно-спасательной части Уссурийска. Представители службы поблагодарили за многолетний добросовестный труд, образцовое выполнение служебных обязанностей, вручили грамоты и благодарности. Действительно, вам нужно городу, вам нужно людям. Вы очень большую помощь оказываете, особенно при тушении пожара. Эти мужчины одни из лучших в крае. Личный состав подразделения постоянно совершенствует свои навыки, поддерживает техническое состояние пожарной техники на высоком уровне, побеждает в спортивных и профессиональных соревнованиях. Ваш опыт мне оценим, важен. Я уверен, что вы делитесь и обучаете молодых работников, которые пришли на вашу службу. Хочу Юрия праздника, хочу пожелать вам всем крепкого здоровья. В течение прошлого года подразделениями 7-го пожарно-спасательного отряда потушено 883 пожара, спасены и эвакуированы 74 человека, вызволены из плена огня материальные ценности на сумму более 22 миллионов рублей. А также сотрудники МЧС активно принимали участие в устранении последствий августовского наводнения. Екатерина Ельмина, Игорь Антонов, Телемикс.